Отобрать у нее любимую игрушку не так просто. Но сегодня двухлетний Спироуз, Гарст власти или просто Ластику, можно все. Саратовские кинологи на днях вернулись из Челябинской области. Александр Болицкий со своим питомцем занял второе место в командном зачете на российских соревнованиях среди поисково-спасательных расчетов. Борьба до последнего этапа шла, где разница там буквально в 5 очков до последнего этапа была. Это были реально тяжело и реально соревновались. По-настоящему здесь не было возможности отступить, не было возможности слить. Это были первые экспериментальные соревнования такого рода. Они отличались от прежних сложностью. Большое количество этапов, ночной поиск, применение альпинистского снаряжения. Но Ластик справилась. Бордер колли – это достаточно старая английская порода. Ее предназначение – это пасьба овец. То есть это чисто пастушечья собака. То есть, но пастушечные собаки сами предполагают достаточно высокую активность, хорошее самостоятельное мышление, то есть принятие решений, то есть, ну и при этом высокую сообразительность. Сейчас в областной службе спасения 5 собак. По словам специалистов, обходиться без четвероногих помощников было бы сложно. Они могут пройти туда и найти там, куда на технике иногда не добраться. Именно собаки зарекомендовали себя как наиболее эффективный, слов нехороший, инструмент, который позволяет производить именно такие поисковые работы. Не каждое оборудование, даже там тепловизоры, высокоточные пульсары и так далее, которые могут там определять в том числе сердцебиение, не перекрывают использование собак. Собаки все-таки это живое существо, которое очень четко чувствует и реагирует на человека. Специально для соревнований Ластику заказали комбинезон в цветах службы спасения. Как оказалось, постирать одежду проще, чем отмыть проворную бордер-колли от грязи. Динара Дусалиева, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив.